Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы имеет полувековую историю и традиции. Университет был образован в 1967 году. За эти годы вуз стал лидером педагогического образования, крупнейшим научным и социокультурным центром Башкортостана. С ноября 2018 года университет возглавляет Салават Талгатович Сагитов. На сегодняшний день по различным направлениям в вузе обучается более 11 тысяч студентов. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития педагогического образования России. Одновременно с педагогическим профилем в Акмуллинском университете готовят переводчиков, дизайнеров, тьюторов и дефектологов, IT-специалистов и инженеров, биологов и генетиков, экологов. Кроме этого, ведется подготовка по новым компетенциям. Вуз готовит менторов, игромастеров и социальных предпринимателей. Активно развиваются научные направления, разрабатываются инновационные проекты в сфере фундаментальной и прикладной биологии. В областях альгологии, генетики, нанотехнологий, математики, астрофизики, психологии, филологии и педагогики. Ученые университета регулярно становятся обладателями грантов на научные исследования. Осенью 2019 года руководство Башкортостана поддержало предложение вуза о создании на базе БГПУ научно-образовательного центра современных математических исследований. На базе университета действует федеральная площадка «Институт духовной безопасности и развития религиозного образования». БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества. Совместные сетевые проекты и взаимодействие со странами набирает обороты. В состав УШОС входят десятки вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Студенты, обучающиеся по программе университета ШОС, имеют возможность продолжить образование в иностранном вузе-партнере и получить два диплома. Сегодня в университете обучаются студенты из разных стран – США, Колумбии, Индии, Турции, Узбекистана, Казахстана и других. Акмуллинский университет – опорный вуз России по продвижению русского языка в страны ШОС по программе «Послы русского языка в мире». Налажено активное сотрудничество с республиканской общественной культурно-просветительской организацией «Альянс Францез». В этом году волонтерский центр признан лучшим в Уфе. Его деятельность имеет широкий спектр направлений – от событий международного уровня до строя отрядов и поискового движения. В вузе уже много лет действует республиканский центр подготовки вожатых «Перспектива». За отличную учебу и за достижения в науке, общественной жизни и спорте студенты получают именные стипендии. В университете созданы все условия для творческого развития студентов. С будущими молодыми специалистами и учителями работают профессионалы своего ремесла. Наши начинающие артисты выступают на лучших площадках республики, страны и мира. Творческие коллективы БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы успели покорить сердца не только зрителей Башкортостана, но и зарубежья. А спектакль Народного театра «Куроз» посетил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Наши студенты являются постоянными участниками всероссийских и международных форумов и фестивалей. Работает социально-образовательный оздоровительный центр Салихова. Это современная, хорошо оснащенная база для практики и различных мероприятий. Гордость университета – спортивно-оздоровительный комплекс с большим бассейном, тиром, спортивными и тренажерными залами. Студенческий городок БГПУ является одним из лучших в республике. Здесь же расположен санаторий и профилакторий. В приемной кампании 2019 года средний балл ЕГЭ был равен 71,4. Конкурс составил 7,5 человек на место. Абитуриентов ждут 1693 бюджетных места. В новом учебном году прием документов начнется 20 июня. Ежегодно школьники участвуют в различных конкурсах и предметных олимпиадах, кубках и чемпионатах. Успешное прохождение приносит дополнительные баллы в копилку достижений школьника. При поступлении в вуз все победы в олимпиадах учитываются и поощряются. Абитуриент также может получить скидку на оплату обучения в зависимости от суммы баллов ЕГЭ. До встречи в Акмуллинском университете!